Закрытое акционерное общество «ПМИ Групп» является правопреемником ЗАО «Проммединвест», созданного в 1997 году. Компания длительное время работает на рынке Республики Беларусь по инжинирингу и поставкам комплектующих, запасных частей, сырья и материалов. Новая динамично развивающаяся сфера деятельности компании – собственное производство узлов и агрегатов. Среди клиентов ПМИ Групп такие крупные промышленные гиганты, как «Амкадор», «Минский тракторный завод», «Гомсельмаш», «БелАЗ», «Минский моторный завод», «МАЗ», «Мозырский машиностроительный завод». Богатый опыт сотрудничества с крупнейшими промышленными предприятиями как Республики Беларусь, так и мира позволил ПМИ Групп выйти на качественно новый и недоступный для большинства конкурентов уровень развития. Сегодня ПМИ Групп представляет клиентам полный спектр услуг от идеи до ее полного воплощения в жизнь, включая инжиниринг, производство, сервис и обучение персонала. Высококвалифицированные работники компании обеспечивают комплексное решение стоящих перед потребителями задач по выбору конструкции комплектующих изделий с учетом индивидуальных технологических и производственных особенностей предприятий, адаптации к реальным условиям эксплуатации. На всех производственных предприятиях группы применяются прогрессивные технологии с использованием оборудования ведущих мировых производителей, таких как «Мазак», «Штама», «Гайс», «Хейнике», «Штудер», «Артур Клинк», «Кадия», «Блом». В настоящее время в производственной программе группы компании «ПМИ Групп» действуют 7 предприятий. ПМИ «Гидравлика» производит высококачественные насосы-дозаторы гидрообъемного рулевого управления с объемной постоянной от 50 до 800 сантиметров кубических за оборот, в том числе с линией ЛС и приоритетными клапанами, позволяющими осуществлять одновременную работу нескольких потребителей от одного питающего гидронасоса. Освоено производство двухобъемных насосов-дозаторов, а также современных распределителей гидросистем мобильной техники с расходом рабочей жидкости до 250 литров в минуту. Вся выпускаемая продукция разработана собственной конструкторско-технологической службой ПМИ Групп. Конструкция узлов защищена патентами Республики Беларусь. В процессе производства используются компьютеризированные испытательные стенды, а также оборудование для контроля качества продукции. ПМИ «Гидравлика» производит также высококачественные рукава высокого давления для гидравлических систем, стандартные, специальные для низких и высоких температур, износостойкие, диаметром до 51 мм, с рабочим давлением до 500 атмосфер. Все гидравлические узлы успешно прошли испытания в аккредитованной лаборатории Национальной системы сертификации Республики Беларусь. «Амкадор Эластомер» производит армированные манжеты, детали интерьера кабины, шарниры различной конфигурации, пластины и уплотнители различных размеров, кольца, втулки и другое. Уникальные технологии позволяют выпускать современные резиновые и металлоармированные виброизоляторы и демпферы для мобильной техники.
Вся продукция производится на комплексном высокотехнологичном оборудовании, включающем автоматизированную систему изготовления заготовок и предвулканизационной подготовки, линию вулканизации. Сырье и готовая продукция проходят испытания на современном лабораторном оборудовании, что обеспечивает соответствие конечных изделий заданным параметрам. Компания «Проди» предлагает услуги по промышленному дизайну и изготовлению изделий различного назначения, предоставляя полный цикл дизайн-проекта, техническое задание, поисковые эскизы, трехмерные модели и визуализацию, поисковый или натурный макет. Проектирование ведется с использованием современных компьютерных технологий. Результатом работ являются компьютерные 3D-модели и чертежная документация. Серийное производство этих изделий осуществляется на современном европейском оборудовании. Компания создает дизайн-проекты и производит изделия из пластика для экстерьера и интерьера кабин автотракторной и специальной техники, изделия из АБС-пластика методом 1- и 2-листового вакуум-формования и из жесткого полиуретана, изделия различного назначения, технологическую оснастку. Компания «Хорда Гидравлика» производит аксиально-поршневые регулируемые и нерегулируемые насосы и гидромоторы с рабочим давлением 32,25 мегапаскалей и сдвоенные аксиально-поршневые насосы с рабочим давлением 25 мегапаскалей. Гидроагрегаты самой передовой конструкции изготавливаются на европейском и японском оборудовании по современной технологии с применением новейших железографитовых и бронзографитовых композиционных антифрикционных материалов. Следует добавить, что благодаря тесному сотрудничеству с Гомельским государственным техническим университетом имени Сухого предприятие имеет возможность оперативно испытывать на практике и внедрять в производство инновационные разработки молодых ученых. Компания «Техпром Импекс» разрабатывает и производит электрические жгуты автотракторного назначения. Комбинированные индикаторные блоки для контроля за состоянием и работой агрегатов и систем машин. Светодиодные блоки индикации. Трубчатые датчики уровня топлива. Участок по производству электрических жгутов оснащен самым современным оборудованием – швейцарскими автоматизированными линиями по нарезке, маркировке и укладке проводов, итальянскими прессами для обжима наконечников на провода, конвейерной линией для сборки жгутов на планшетах. Вся произведенная продукция проверяется на компьютерных стендах. Предприятие «Элизер» производит высокотехнологичную зерноочистительную технику, не имеющую аналогов в республике, для использования в зерносушильных комплексах и сельскохозяйственных организациях. Зерноочистительные машины высоких степеней очистки, оборудование для очистки воздуха от пыли, оборудование для транспортировки сыпучих материалов, вентиляторы. Вся продукция производится на современном оборудовании европейского и японского производства с использованием новейших технологий.
PMI Group быстро и уверенно развивается. Расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Строятся новые производственные корпуса в Дзержинске, Гомеле, Фаниполе. PMI Group – это всерьез и надолго.